Только что завершился 6-й этап Кубка России в Сыктывкаре. И в эфире проекта «На лыжи» президент лыжных гонок России Елена Валерьевна Вяльбе. Елена Валерьевна, ну... Президент лыжных гонок. Все-таки федерации. Все хорошо, федерации лыжных гонок России. Все хорошо, Андрюш. Елена Валерьевна, подведите, пожалуйста, свои итоги. Что вам больше всего запомнилось? Как антураж, атмосфера? Атмосфера отличная. Я думаю, что, ну, несмотря на то, что нас критикуют, что у нас в субботу нет соревнований, но 3 дня бегать подряд спортсменам, конечно, тяжело. И после спринта не пробежишь там длинную дистанцию, и после 30-ки не побежишь спринт. А вот с погодой нам очень повезло, мы какие-то прям счастливые. Вот, а в целом, не знаю, каждая гонка реально была хорошая борьба, насколько вот зрители это видели, прям вот... Мне кажется, всем было интересно, и на индивидуальной гонке было интересно, и сегодня, как все, ну, как бы, у женщин, как все, да, складывалось, так даже многие уже подумали, что все, Наташа и не выиграет, и мы, честно сказать, у мужчин с Юрием Викторовичем предполагали, что Саша гораздо раньше будет отрываться от группы, вот, и, ну, такое... Блин, Илья Порошкин, 2-е место, тоже, я считаю, это достаточно интересный результат Семиков. Порошкин 3-й просто на 15-ке тоже, да, что вообще коньком. То есть, на самом деле, хорошие, мне кажется, соревнования прошли и для ребят, и для девчонок, ну и для зрителей. Здесь, как всегда, доброжелательная публика, спасибо им. Елена Валерьевна, вот вы тоже сейчас сказали про тактические какие-то хитрости, про ожидания. Но это же вот и говорит о том, что борьба очень хорошая, красивая получается. В отличие, например, от того, что на мужском Кубке мира происходит. Я не знаю, что происходит на мужском Кубке мира или на женском Кубке мира. Не смотрю и не интересуюсь. Вот реально даже вообще не знаю ни одного раза, кто там что выигрывал. Я могу сказать, что когда есть хорошая конкуренция, вот, ну, вообще в целом, да, в команде, в нашей российской, борьба будет на самом деле красивая, как ни крути. У нас сейчас у женщин есть конкуренция. Я понимаю, что Наталья на самом деле сильнее той же Вероники Степановой и достаточно сильнее, но и Вероника не дает ей, знаете, вот так вот полежать на лаврах, то есть она кусает ее. Да и девчонки, которые там рядом, да, и Катя, и Лида, ну, периодически кто-то, да, как говорится, дергает за веревочки и людям не дает расслабляться. Это здорово, это хорошо. Елена Валерьевна, вот в целом 6 этапов прошло. Вот вообще классный ведь получается у нас сезон. Он очень плотный спортсмен. Мне кажется, нет, ну, во-первых, мы же так и планировали, что у нас все как на Кубке мира, только не считая тур-де-ски. Вот. А что касается, ну, практически столько же этапов, там, да, столько же гонок мы планируем и надеюсь, что проведем, нам ничего не помешает. На самом деле, здесь есть, как я уже говорила, да, есть определенные плюсы, что мы видим своих спортсменов, видим их всех и понимаем, что никогда в жизни они не соревновались вот именно вот так. И второе, вот для этих зрителей, которые реальные болельщики, они никогда бы в жизни не приехали на Олимпийские игры или на чемпионат мира куда-то, или даже на Кубок мира. А здесь вот спортсмены, вот Саша завершил гонку и вышел, и там 30-40 минут раздавал автографы. По-моему, это здорово. Спасибо большое, Елена Валерьевна. Дай бог, чтобы здесь наш сезон был еще круче. Да, будем надеяться. Всех ждем теперь в Малиновке. Ну, Красногорск и Малиновка.